Рыба-кит, папа рисует. Охо-хо, рисуем. Хватай фломастер. Рисовать он весь состоит из кругов. Давай рисовать. Вообще, ты сказал, что весь состоит из кругов. Это что, загадка? Начнем смотреть. Да. Это да, это загадка. Мы начнем здесь круг рисовать. Один. И здесь. И у него есть рот и веревки. И звезда. Давай, круг рисуй вот здесь сверху. Такой среднего размера. Не очень большой. Ну, ну давай, рисуй. Тебе две веревки нарисуй. И еще один. Ну, напополам дели, да. А теперь еще один круг. Ну, поменьше рисуй круг, а то у тебя не будет. Да. Теперь смотри. Теперь рисуем здесь круг и круг посередине, по бокам. Так? Нарисовал. А здесь рисуем полукруг. Полукруг. Нарисовал. Теперь это соединяем. Ну так. Раз. Это ножки такие, да? А, ты так дала. Теперь соединяем веревочками. Раз, два, три, четыре. Догадались уже? Да, я думаю, что ребята догадались. Нет, не догадались. А теперь смотри, тебе надо вот так сделать. Вот так вот сделать. Да, уже, наверное, догадываюсь. Да. А как ты сам-то знаешь, что рисуешь? Звезду рисуешь? Просто смотри. Легче, если вот так. Как? А, да, ну, такую, да, потом, да, 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 да. Такую прикладинку соединишь с этой. Ну, давай, смотри, вот эти вот напополам разделим. И веревочки нарисуем такие. А теперь надо мордочку нарисовать. Такую улыбочку. Вот так, раз. И зубки. И глазки хорошие. Можно фломастером закрасить. Можно не закрасить фломастером. Вот когда-то в бок смотрит. Да, 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 да. Так, теперь можем раскрашивать. Раскрашивать будем его в основном вот этим цветом. У тебя такой цвет есть. Смотри. Его нужно раскрасить вот эти верх. Им немного раскрашивать, Павлик. Смотри, раз. Две вот этих верхних. И две нижних. У тебя свой есть. Смотри, такой мелок же есть. Вот он. Две верхних и две нижних раскрасить. После этого попробуй что-то. Любишь телефон играть? Угу. Обожаешь телефон. Павлик обожает телефон. И приставки. Так, может, что тебе приставку? Может, телефон дать? Так, теперь бери, какого цвета он будет у тебя? Ты как хочешь, какого Пап, цвета? Ты думаешь, что мне приставку лучше, чем телефон дать, да? Да. Ну, тогда соглашайся. А ты какого цвета его будешь раскрашивать? Можно синим, можно раскрашивать красным или зеленым. Я думаю, что синим это хорошая, хорошая идея. Сейчас красный есть. Красным просто красный, красный, мне кажется, зеленым лучше будет. У нас красный фон. В смысле красный фон? Красный фон стола. Если ты выберешь вот этот зеленый, то будет очень красиво. Вот такой зеленый. Вот такой. Спасибо. Пожалуйста. А звезду не закрашивать? Да, можешь и закрасить, я думаю. Не особо разницы нету сильной. Прям такой, что прям невероятно будет.
Вероятно, что он, как у меня красиво. Тебе понравилась эта игра? У меня там один раз, ну, в этой игре я там много раз рекламу смотрел. И что? Из-за этого тебе не понравилось? Да понравилось.